Pan Dios, цветущий, как сад, чтобы она благоухала и издавала эти ароматы, и чтобы имя Господне прославлялось. Давид в 15-м псалме сказал, что к святым Твоим и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Хай ваше желание и всех нас приходить в собрание святых и прославлять имя Господа. Я в молодости своей желал всегда пребывать на молитвах, о, где люди старшие молились, и меня тогда влекло. Ай Бог поможет, чтобы вас влек Господь, как мы читаем в пророчестве Кайца Еремии. Ты влек меня, Господи, и я влечен Тобою, Ты сильнее меня, и Ты превозмог. Если мы будем давать место Господу, то Он будет влекти нас. И Давид сказал, рано встану и предстану пред Господа и буду ожидать. Хай Бог поможет нам и на это собрание ожидать от Господа благословений и утешений. Он тот, который не замедлит. Я вас всех благословляю, молодое поколение, чтобы вы прославляли Господа. Как Давид сказал, Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Это, кажется, 15-й псалом, этот стишок я. Перед нашим собранием я напомню из Римлянам, с 12 главы, и мы попросим Божьего благословения на это служение, чтобы нам было хорошо. Там, где Господь, там радостью все дышит. Дорогое наследие Христа. 12 глава, с 12, с 11 стиха, я с 12 начну читать. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, молитвы постоянны. Также в 11 прочитаю. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. И 14. Благословляйте гонители ваши, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радостями и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Хай Бог поможет нам каяться в прекрасной стране Америки, мы живем, все в достатке. Но Слово Господне говорит, что плачьте с плачущими и радуйтесь с радующими. Есть такое обстоятельство, что люди плачут, и треба с ними, может, поплакать. Кто радуется, разделить с ним радость. Хай Бог поможет иметь это в нашей жизни расположение, как этот добрый самарянин. Тому что и в блаженстве Господь Матвей напомнил про блаженство, кто блаженный. И там есть такой стих, блаженны плачущие, ибо у него утешится. Так что наш Господь во всех сферах жизни нашей хочет утешать и радовать. Посему мы, уставши на наши ноги, будем просить Божьего благословения. Аллилуйя.